Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что, давай дальше продвигаться. Так, начнем. В магазине откроем бесплатно пак. Сегодня мы должны, наверное, пробиться все-таки, ну, наверное, до Лиги Сёгунов 3 звезды. Сейчас посмотрим, меня, наверное, опять скинули, как обычно. Пройдем быстренько серию испытаний. Серия испытаний. Кстати, ребята, я в комментариях не видел голосования. Ну, не голосования, а, по-моему, там 1-2 человека крикнули: качай Лео и качай Рафа. И все. И больше никаких телодвижений нету, не было. Не увидел я, друзья. Значит, вы доверяетесь мне, да? То есть я сам выберу, кого мне прокачать. Ладно? Хорошо, так и сделаем. Так, ну здесь все понятно. Здесь быстренько мы пробежимся. Давай, наверное, сюрикены бросим. Ух ты, сразу подбили. Так, пиццелица, его, наверное, надо шлепать. Но он не уничтожит его, понятное дело. Теперь вот бомбочка. И змея-карай. Вообще изящно прошли. Так, ну что, движуха идет у нас дальше. Здесь забираем награду. И пойдем, как обычно, ребята, на поиски элементов. Так, April Queen, это все понятно. Мне нужен Донателло. Так, че опять я его постоянно, ребята, теряю из вида. Нам нужен Донателло ролевой. Я ему один уровень поднял, что он так быстро возвысился, что ли? Вот он. Так, нам... Ага, нам не хватает всего лишь одного номера. Все. Ну-ка, хватит. О, да. Да, друзья мои. До 3-го уровня прокачали мы ему. Твою налево, ребята. Я что качаю ему? Магический щит. Ой, дурак. Ё-моё. Я же хотел массовую качать. Какой, блин, магический щит? Это надо же было так лопухнуться. Ладно, давай искать пульты. Твою дивизию, вот это я лашпен. Не прочитал, блин. Ну, обычно, знаешь, как последняя атака должна быть у них массовой. А, не, она массовая, но она идет на баф, понимаешь? Она идет на защиту. Это магический щит, ребят. А мне именно нужен... массовая атака, то есть вот эти вот фаерболы с элементом, который весит постепенный урон. Ну, ты понимаешь, почему постепенный урон превыше, чем какая-то там защита. Так. Слушай, ну быстро сравнялись по сравнению с этим, да? И тут еще, блин, че планшеты эти нужны, черепашечки. Че, не дадут, что ли? Не, дают потихоньку, но как-то... как-то слабо. Ладно, ребят, давайте заберем, наверное, награды наши. Нам нужно еще поднять уровень персонажа. А у меня мутагена-то хватит на... то, чтобы поднять уровень ему с 57 на 58. Нет. Хорошо. Я это сделаю после... после чего? Естественно, после арены. Так, друзья, 98 ранг, Лига Самураев. Но это, я тебе скажу, это фигня полная. Потому что мы сейчас быстренько с тобой будем продвигаться. Вначале быстренько, а потом, конечно же, все, у нас это затормозится дело. И придется уже звать наших топовых бойцов. Так, начнем с Алапекс. Опа, фигня какая-то полная. Давай дебаф тогда сделаем на понижение защиты. Массовая атака от Майки. Как раз на пониженную защиту должно хорошо пойти. О! И еще одна масуха. Че-то ты как-то жидко Майки ударил. Угу. Лео красавчик. Все-таки смог. Хватило ему силенок добить. Ну и мы... ага, и мы. И мы еще с тобой будем долго здесь... пыхтеть.
Они меня, считай, на целый уровень, оказывается, ребята, снизили. На целый уровень. То есть мне придется... Блин, мне придется здесь пыхтеть сейчас. Вот сейчас как раз и посмотрим. У нас Донателло с его массовой атакой. Фаерболы. Посмотрим шанс на наложение огня. Как он будет проходить. Так, ну, Пит пускай делает уклонение. Такой танец у него, конечно, забавный. А вот он. Слушай, отлично, ребята. Шанс отличный. Положение постепенного урона. Плюс флакон. И они валяются. Да. Нет, но если мы им прокачаем до 6-й ступени, я думаю, будет топчик. Блин, всего 19 ступенек пролетели. Не нравится мне это все. Так, у них уже, смотрю, ребята, 50 уровень появляется. А мы с тобой, блин, мы тут с тобой будем долго пыхтеть. Давай возьму я, наверное, карайку здесь с ее кунаями. Пускай она даже 70 уровня, но все-таки она будет повыше их по уровню. И, соответственно, урон должен быть значительный. Так, ну понятно, майки свои танцы. Это само собой разумеющееся. Вот этого надо кошку вальнуть. Лишить, как говорится, их хила. Плюс вообще их заблокировать. Так, и сделать массовые. Ого! Ого, друзья мои. Ты видел? Он бы мог моего бибопчика сейчас просто снести. Вот чуть-чуть ему не хватило его уложить. Опасный Лео со своей вертушкой с этой. Так, нет, давай 15-19. Что ты мне тут фуфлышку гонишь? Так, они пока стоят, ребята, на уровне 50-м. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Нам нужно что-то взять посерьезнее. Ну, например, Шархана. Или, как говорится, тигр, да? А, давай начнем. Так, плюс массовые от Майки. Бросай свои кунай. И Донни на добивку. А, Донни. У нас не только Донни. У нас там еще кто-то был. Я его не заметил, ребята. В этой луже он сидел. Не видно было его. Притулился, так скажем. Ну вот, наконец-то. Наконец-то, ребята, Лига Сёгунов у нас. Я какую себе планку сделал? Лига Сёгунов 3 звезды. Что-то, мне кажется, не дойду я сегодня до Лиги Сёгунов 3 звездочки. Потому что, ну, во-первых, мы двигаемся очень медленно. По 19-15 ступенек. Это такое себе удовольствие. Отлично. Ребята, все-таки пиццелицы крут. Со своей вот этой плюхой массовой. Мне нравится, как он бомбит. Отжигает по полной программе. Все, 15-19, 15-19. А че это? Двадцаточку-то вам слабо дать, что ли? Я не пойму. Они сидят на своем 50 уровне и все. Враги. Давай массовые. Прекрасно, и добиваем. Два раза заход он делает, ребята. Это, конечно, классно. У него, это говорит о том, что у него инициатива просто зашкаливает. Если он успевает сделать массовую атаку, противник еще ничего не успевает сделать, он еще делает обычную атаку. Крут ведь? Не, давай-ка попробуем все-таки, может быть. Двадцатку дадут мне, нет? Вот, 15-20, есть. Так, я возьму, наверное, здесь кожеголового. И смотри, только мы взяли 15-20, ребят, сразу же с полтинника на 55 уровень прыганули противники. То есть 5 левлов в плюс идет. Ну, это им не поможет, поверь мне. Против кожеголового сотого уровня. Хоть ты там 60 уровень убери, все равно мы их раскатали бы. Так, 32-я позиция. Угу, 15-20 уже выдают. У них уровень до сих пор, ребят, по-прежнему 55-53. Если я возьму, например, Крысиного Короля, допустим, сможет ли он, именно этот король, сейчас своей массовой атакой, именно крысами, бомбануть, ну, хотя бы половину. Так, Майки все-таки пошустрее получается, да? Ну, проверим.
тут еще Пит. Надо Пита как-то попробовать, ребята, вальнуть, потому что иначе он будет хилять. Вертушка неплохая была, да, от Майки. Так, ну вот слабая у Лео вот эта вот, ребята, атака огнем. Сам видишь, да? Ты заколебал, эй, парень. Два раза ходит, нифига себе. Угу. И бросаем Сай. У него уклонение, правда, ребят. Хе-хей. Не помогло. Мы пробили уклонение ему. Но... А может быть дойдем, друзья, что-то непонятно пока. Ванька, давай вперед. Прикрывай, как говорится, тылы. Раз, два, три. Ну что, тут понятное дело. Сейчас Ванька берет гранатомет. Угу. И начинает бомбить. По полной программе. Без разговоров. Изи. Когда с одного удара, ребята, это изи. Я вчера запарился весь вечер. Восстанавливал, ребята, игры в Эпике, Эпик Шторме свои. И в этом, в Близзарде. Такая нудная работа, ребята, это трындец. Со Стима намного проще восстановить. Указал путь к жестким дискам, он сразу их находит. А в Эпике нужно, там такая довольно нудная система восстановления игр. Там нужно убрать, создать папку, делать новую закачку, потом установить, перекинуть туда истинный файл и продолжить. Вот все в таком духе. На близах тоже неплохо. Указываешь путь, он тоже находит. В принципе, там быстро. Еще надо от Юбика восстанавливать мне игры. И от Electronic Arts. Там тоже, ребята, есть игрухи у меня, поэтому их нужно тоже восстанавливать. Так, ну что у нас тут? Смертельная волна, само собой. О, остался один донин. На тебе. Такой клешней по башке дать. Тем более клешня, знаешь, не как у какой-то мухи, а как у краба какого-то. 47 место. Слушай, может быть, дадите все-таки мне 16-21 или 15-21, как вы там решите? Они решают. Естественно, ребята, все против меня. Ладно. Жуки навозные. Возьму... А, у меня уже бойцов-то мало осталось. У меня уже бойцов мало, ребят, осталось. Так что тут... Тут выбора не особо много. Так, слэш, погнал. Ну, хотя бы одного. Двух ушатал. И добил. Ну что же, он тут красавчик. Он там был красавчиком. Так, 26 место и 16-21. Что просил, то и получил. Хотя, ты знаешь, еще есть, ребята, порох в пороховницах. Ягоды в ягодицах. Так, Усаги будет у нас первым. Так, друзья мои, пишите в комментариях, будем Ренмонд на втором канале играть, потому что я уже вчера его купил, он вышел вчера, скачал. Блин, конечно, стоит он трындец. 4 штуки, ребят. 4000 рублей, блин, Ренмонд. 3999, ну это эдишн. Опупеть. Еще взял две игры. Там космический код и еще что-то. Так, что-то там с тактикой связано. Космического кота сразу отдал, потому что, ребята, игра недоделанная, сырая. Просто представляешь, что ты играешь, ну, грубо говоря, в космическую игру в космосе, да? Нет, ни музыки, нифига, просто тишина такая, ты сидишь как дурак, как в вакууме в каком-то. Плюс перевод. Вначале все идеально, перевод полностью по-русски, а потом все, ребята, пошел английские титры. Ну, не титры, я имею в виду, английский базар. Ну, в принципе, и был английский разговор, но... Там хотя бы перевод был, а тут его все, он, ребята, исчез. Кстати, мы перешли на Лигу Сёгунов. А игра про тактику, во-первых, ребята, ранний доступ. Не ранний доступ, а, ну, ранняя игра, это раз. А во-вторых, что мне не понравилось, она вроде мультяшная,
Я вообще люблю вот такие Fire Emblems, знаете, игры такого рода. Она что-то типа того, ну там, ну как сказать, то, что она не по-русски, там очень много, ребята, всяких тактик, техник. И я начал что-то лазить, разбираться. В общем, тоже удалил ее. 880 рублей стоило. Недешево, я тебе скажу. И оставил себе только хвосты и мечи. Она такая, знаешь, на что она похожа? Stone Shard. Игра такая была у нас. Вот ее пока оставил. Еще, ну, я в нее немножко поиграл. Ну, вроде бы неплохо. По крайней мере, там и перевод есть, и все. Вот, я ее оставил. Наверное, как-нибудь на досуге скоро поиграем. Надо будет только пройти вначале Punch Club нам. Потому что Punch Club, на самом деле, мне зашла игруха. Сюжет просто охрененный. И чем дальше ты идешь, тем дальше всяких много развитий, историй, приключений. То есть классная игруха. Так, ну что, ребята, у нас остаются только неотыгранные маузеры. В общем, мы что хотели, мы сделали. Мы, ребята, перешли с вами в Лигу Сегунов. То, что я и хотел. То есть тут, естественно, Лига Мастеров уже не за горами. Единственное, что рабочий график, конечно, меня немножко собьет с пути. Два дня буду отсутствовать из-за того, что работа. Вот, но я думаю, что все равно, ребят, мы можем все это дело наверстать. Прекрасно. Одной плюшки хватает. Маузеры — это одни из топовых бойцов, ребят. Я бы даже, наверное, сказал бы, одни из топ-топовых. Вот так вот. Ну что, вроде бы и все. Поднять уровень персонажа. Это я хотел прокачать Донателло ролевого. Именно его по уровню надо прокачивать. Даже можно два уровня, ребята. Даже три. Чтобы он сразу 60 уровень получил. Плюс мы можем прокачать ему хил до третьей ступени. В принципе, Доня неплохо сейчас прокачался в данный момент. Три уровня плюс два скилла мы ему подтянули. До конца 6 дней. Сфига ли до конца 6 дней, если сегодня, ребята, уже... Что у нас там? Среда. Странно. Ну что, ребятушки, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.